Хорошо сантехнику и водопроводчику. Если что не нравится, можно всех послать. А что же делать летчику? Здесь пошлешь не очень-то, потому что летчику есть чего терять. И у нас примерно так жизнь вопрос поставила. Если сам себе не враг, сядь и не кричи. Он начальник, ты дурак, основное правило. То начальник, то ты прав, а ты вообще молчи. А порой так хочется крикнуть: а пошел бы ты. А мы к нему по отчеству вежливые и шелковые. Подбираем мы слова, хоть внутри клокочет все, ведь талонов только два. Где купишь, если кончится, ведь талонов только два. А летать-то хочется. Песня была написана в 85-м году. Надо сказать, что ничего не изменилось.